Клево всем, друзья. Сегодня я на рыбалке с фидером на реке Кубань. Приехал погонять что-нибудь. Сейчас температура воздуха, машина показала плюс 3. Днем обещали до плюс 16, солнышко. С завтрашнего дня перемена погоды на дождь. Утром выезжал, смотрел, барометр показывал минус 5 единиц ртутного столба. Так что приехал половить рыбку. В этом месте в планах у меня густера и, может быть, чуть-чуть рыбца. Так что погнали, друзья. Ребят, начну с прикормки. Взял на пробу прикормка премиум. Вот такую. Премиум Дунаев с рыбец Вимба. Желтенькая прикормка, ни разу не пользовался. Одну пачечку взял попробовать, хоть посмотреть, чем она пахнет. Пахнет какой-то желатинкой. Желтая прикормочка. Вот такой вот очень-очень мелкий помол. Такой, что не могу понять. Ну что-то интересное. Как будто и сыр есть. Как будто сыр есть и еще что-то. Но угадать точно не могу. Такой слегка кисловатый запах. Желтая. И сюда пачку черного леща. Чтобы затемнить дно в этом месте. Песок с глиной, но темного. И вот такое смешаю. Интересно. Запах ванильно какой-то кисловатый получается. Черный лещ, он ванильно-хлебный чуть-чуть. И вот этот. Надеюсь, что-то поймаю. В этом месте в основном густера на данный момент, насколько мне известно, сколько ребята ловят. Нет-нет, рыбец попадается. Он хороший. Вот я с расчетом на эту рыбу и буду пробовать делать состав. То есть мне нужна тяжелая донная прикормка. Буду утяжелять, чтобы меньше пылило, а больше лежало. Желтенькая звала рыбку. И сюда же добавлю свою кашу, но сделал только крупу, без гороха. Здесь, скажем так, течение сильное, но не такое, как в том месте, где я обычно ловлю, плюс дно глина песчаная с рытвинами. И с него не так сильно сдувает. Глубина в районе 6-6,5 метров. Плюс нету леща. И поэтому сильно крупная фракция мне не нужна. А вот, вот такая красивая крупа. То, что надо. Не сильно в большом количестве. Каждое зернышко отдельно. Так что рыбе есть что выбирать, чтобы удерживаться на точке. Все, пока прикормка настаивается, занимаюсь удочкой, точкой ловли. Работать буду Хайпро
фидер 12 футов 80 грамм удилище фирмы Zemax. Такой вот. Кормушку где-то буду использовать 50-60 грамм. Посмотрю по обстоятельствам. Подойдет. Акватория для меня новая, поэтому сначала изучаю место. Примерно понимаю, что вот тут есть свал довольно крутой до русла. Это недалеко. Потом русло. Примерно понимаю, ну где что, надо найти и понять. Плюс на свале, говорят, очень много зацепов. Поэтому сначала изучаю. Значит, маркерный груз весом 45 грамм упал на счет 33. Чуть ближе. 26. Еще дальше 36. То есть вот примерно понял. Сейчас еще раз дальше еще закину. Примерно понял, где свал. Свал довольно крутой. Получается. Ага. Значит, сейчас скинул на середину и уже пошел подъем. То есть непосредственно основное русло под этим берегом. Бежимное. Так, сейчас протаскиванием буду искать свал. То есть промером глубины я понял, что начало свала недалеко от меня, под этим стороной. С середины начался уже подъем вверх. Поэтому далеко бросать не надо. И просто сейчас ищу свал для начала. Смотрите, ситуация. Резкого свала никакого нет. Сразу идет с берега спуск до русла. Чпок. И потом пошел подъем. То есть получается под этим берегом корыто. Ставлю кормушку, которой я буду работать. И уже ей ищу точку ловли. То есть примерно акваторию понял. Вот такая стандартная шестиклеточная. 60 грамм. Начну с нее пробовать сейчас. Если все будет нормально стоять, то она мне подойдет. Глубина приличная. Я сюда пробовал выезжать с удочкой, но глубина 6,5 метра. На 6-метровку мне было некомфортно. Поэтому не получилось. Так как здесь просто корыто, плавный спуск, плавный подъем, то выбирать, где именно точно ловить, особого принципа нету.
Я выбрал так, чтобы у меня стояла кормушка. Я кинул под одним углом на дистанцию, вот, чтобы мне устраивало. Кормушка начала прыгать. Я сместился буквально на пару метров, кинул правее, кормушка стоит. Проверяю. Вот, беру одну отметку, кидаю на нее. Кормушка прыгает. Беру следующую отметку по деревьям. То есть все очень просто. На нее. Кормушка стоит. Все, точка выбрана. Все элементарно и просто. С точкой определился. Прикормка готова. Начинаю закорм. Сейчас положу 4-5 кормушечек. И потом начну пробовать в темпе. Чтобы быстрее раскрутить точку. Вот такая прикормка. Получилась по цвет песка. Поэтому есть шанс, что неплохо сработает. Запах изумительный. Не могу определить, что, но пахнет классно. Первая закормочная пошла, друзья. Глубина 6-6,5 метров. Ну что, закормился? Цепляю поводок и в бой. С чего начну? Вот. 12.014 поставлю. Монтаж у меня с фидергамом. На фидергаме завязан узелок. И поводок крепится удавочкой. Просто накидывается и подтягивается к узелку. Все, готово. Так. Ну, по традиции с одного красного опарыша. Какой-то опарыш никакой. Думаю, мелкая густерка уже на точке. А может и мелкий рыбчик, если он тут есть. Первый пошел, друзья. Бубенцы звенят часто, надеюсь, и у меня поклевки долго ждать не придется. Что-то есть, походу перехватило уже. Или такие слабые поклевки, что не пойму. Вроде рыбка есть, но поклевки, блин, тюп-тюп. И такая хорошая рыбка, друзья, хорошая, хорошая. Давит шикарно. Кто это там такой? Хорошая густера. Отличная. Шикарная. Видите, спинка. Спинка толщиной. Отличная густера. Так, пока началось все нормально. Посмотрим, что будет дальше. Но если, друзья, придет рыбец, это будет сказка. Что здесь рыбца ловят, но ночью и на метелика.
Насчет 5 была уже поклевка. Ну, слабенькая, что-то маленькая. Маленькая густерка. Если есть рыбка, что-то тяжеленькое вроде бы, или кажется. Густерка там собралась валом. Реально много. Кто так бойки. Густерка. Бойкая. 30-сантиметровый поводок, а в заглот идет. Так. Кукурузку попробую. Пока ни одного заброса без поклевки и без рыбы не было. Фокус-мокус. Оп, что-то хорошенькое, ребята. Если я не ошибаюсь, что-то увесистое. Ох, как бьется, нифига себе. Ого. Вот это кайф. А я без пацака даже. Ого, так. В свал зашел. За что-то зацепился. Завело куда-то. Тут зацепов, говорят, очень много. Обрыв. Что-то хорошее было. Завело. Что-то хорошее было. Завело во что-то. Это было класс. Что-то очень хорошее было, друзья. Ого. Надеюсь, повторится. Тут говорят, как раз идет спуск. Непосредственно на спуске куча всякого говна, ветки. И вот за него, говорят, бывают часто обрывы. Поклевка была на кукурузку. Повторяем кукурузку. Рыбка была очень тяжелая. Просто класс. Если бы не завела, был бы шанс подтащить хотя бы к берегу. Потому что даже без подсака. А это я, конечно, лоханулся. Иди сюда. Что-то есть. Что-то есть. Вот она. Ну, хорошей рыбки нету. Тут единичные. Говорили, кстати, нету здесь подлещика, а он влетает регулярно. Мелкий. Единственное, мелкий. Так, попробовать. Еще вариант удлинить поводок. Может, где-то рыбка дальше стоит. Но не сильно думаю. Но попробовать можно. Иди сюда, что-то. О, какой хорошенький. Заварилась, походу, опять. Ну, ого, это что там? Что за джеркбейт там? Да, забагрился. Вот это да.
попробую поиграть длиной поводка. Вдруг что-то дальше стоит. Снимаю поводок. Сейчас сначала вставлю вставку 30 сантиметров. Того поводок будет 60 сантиметров плюс фидергам. Посмотрю на реакцию. Потом могу еще 30 добавить. Вдавочкой накидываю на фидергам. Все. Того поводок стал 60 сантиметров. Посмотрю и, возможно, еще добавлю вставку в 30, чтобы было 90. А вдруг где-то что-то покрупнее, чуть дальше стоит. Ну, как вариант. Да, рыбы на точке валом. Кормушку долбят. Леску цепляют. Вот это да. Так, или что-то хорошее, или опять забагрил. Забагрил, походу. Очень похоже, что забагрил. Да-да, забагрил. Сколько там рыбы, друзья. Она багрится просто массово. В этот раз за жопу. За спину, за глаз, за бок. За плавник, за жопу анальную. Гуси, гуси, га-га-га. Солнышко припекло. Можно раздеться, пока погодка позволяет. Так, кукурузку на крючок. И прикормочку забиваю. Да, рыбы очень-очень много, но не крупная. А то вы, ребята, говорят, очень бывает нарываешься. Погода шикарная, класс. День через день. То прохладно, то хорошая погода. То прохладно, то хорошая погода. Что-то есть. Улыбка бьется-то как. Бык-бык-бык-бык-бык-бык-бык-бык-бык. Есть. Хорошая густерка. Хорошая. Родненько, немножко поразвлекаемся. Развлекуху сейчас попытаюсь устроить себе. Не хочешь клевать крупный рыб, как хочешь. Будем развлекаться на всем подряд. Опарыш. Одна штука. Прикормка. Кормушки и в бой, в точку полетела родимая. Оп. Иди сюда.
Есть рыбка. Есть рыбка. Вроде бы. Есть? Есть. Какой крупняк, друзья. Наверное, один из самых крупных сегодня. Бой. Ждем касания. И считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Рыбка. Да, покрупнее вообще отошла, мелочь стала. Змеёныш плывет. Кто это? Ужак? Ужак. Маленький. Шахматка. Ну что, ребята, улов вроде бы как и невелик, но в садок попадала только каждая восьмая и десятая рыба, остальная сразу отпускалась. Поклевок была тьма тьмущая, последних 15 штук я поймал вообще уже без прикормки. Рыбы было очень много, но мелкая, к сожалению. Очень много времени потратил на то, чтобы все-таки уговорить что-то покрупнее. Некоторые особи еле рукой берешь. Но в основном все мелочь. Поэтому сразу отпускал. Говорю, в садок каждая там восьмая и десятая только попадала. Это вот для фотоотчета. Вот так вот. Рыбы очень много. Клевало просто по-бешеному. Если бы не занимался перебором насадок, вариантов, объемов, чтобы попытаться поймать более крупную, можно было бы очень много поймать. Если бы складывал всю в садок, тут бы полсадка было бы. Потому что 90% поклевок было реализовано. Ну, очень много было. Сейчас рыбку отпускаю, мне она не нужна. Все, разбегайтесь, рыбки, туда вам, туда. Отлично. Все уплыли, все живые. До новых встреч, друзья.